Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Они любят кислое и совершенно равнодушны к сладкому. Особое значение для них имеет вкус умами. В этом выпуске мы поговорим с вами о кошках, а вернее об их вкусовом восприятии. Если у человека на языке 9000 вкусовых рецепторов, то у кошек их всего 473. Да, мяукающие умеют различать вкусы, но их вкусовая палитра не такая яркая, как у людей. В большинстве случаев при выборе еды кошки ориентируются на запах. Обоняние у этих животных развито лучше, чем вкусовые рецепторы. Чем уникально вкусовое восприятие кошек? Давайте подробнее рассмотрим самые интересные факты о нем. Как уже было сказано, при выборе еды кошки в большинстве случаев ориентируются на ее запах. В холодной пище очень часто запах ингредиентов притупляется, поэтому при выборе съесть что-нибудь холодное или теплое, кошки всегда выберут второе. Горький вкус мозг кошки распознает как опасность. Большинство ядовитых веществ в дикой природе имеет именно горький вкус. У мяукающих очень высокий порог чувствительности горького, поэтому они всегда отказываются от еды, в которой присутствует даже минимальное количество горечи. Кошки абсолютно равнодушны к сладкому. В дикой природе кошачьи сладким не питаются. И именно поэтому рецепторы, отвечающие за распознавание сладкого, у домашних кошек неактивны. Большинству кошек нравится кислый вкус. Некоторые изготовители кормов даже специально добавляют фосфорную кислоту, чтобы сделать свой корм привлекательнее для мяукающих. Не так давно японские ученые открыли вкус умами. Им обладают высокобелковые продукты, например, мясо или помидоры. Этот вкус кошки обожают. Кошки хорошо различают вкус чистой свежей воды. Именно поэтому мяукающие никогда не будут пить из миски с грязной водой. В дикой природе пища кошачьих содержит оптимальный уровень хлорида натрия, поэтому чувствительность к соли у домашних кошек не так хорошо развита. И все же мяукающие могут чувствовать соленый вкус. Учеными даже было установлено, что если добавить в пищу соль, кошка будет есть ее с большим удовольствием. Но здесь главное не переборщить. Кошки могут запоминать вкус пищи и влияние, которое она оказала на организм. Если хоть раз кошка после определенной еды почувствовала себя плохо, больше она к ней не притронется. Кошки не могут долгое время есть одну и ту же пищу. Как и любому живому существу, им нужно вкусовое разнообразие. Старайтесь наполнять рацион своего питомца разными блюдами, содержащими большое количество необходимых животному питательных веществ. Таковы наши интересные факты о вкусовом восприятии кошек. Помните о них, составляя рацион для вашего мяукающего друга. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!